Добрый день, уважаемые женщины. Сегодня ролик демонстрации мы показываем с Олесей исключительно для вас. И показываю вам абсолютно новую, уникальную, придуманную мной методику омоложения, изменения лица с применением исключительно массажа и определенной техники массажа, основанной на биологически активных точках и на энергетическом воздействии. Это уникальная методика, которой я пользуюсь, работаю с ней где-то уже в течение 2 лет с хорошими результатами. И сегодня покажу вам, как это делается и как результат, который будет сразу после этого, можно сказать, как она, какие результаты. Обратите внимание на лицо, значит, кое-что мы поправим. Вот, и несмотря на то, что структура лица Олеся девушка молодая, она структура лица неплоха. Таких глобальных изменений они нам не нужны, но есть определенные проблемы и в расположении сосудов, и немножечко в асимметричности, и небольшой тик бывает внизу в углах рта. Все это мы будем убирать, и вы в конце сеанса увидите те изменения, которые произошли. Внимательно обратите внимание на то, что происходит сейчас с лицом. И мы начинаем сеанс. Работаем с одной половиной лица в течение 15 минут. Потом другая половина лица. Я беру просто обычный увлажняющий крем. Ну, из хороших кремов, из качественных швейцарских кремов, исключительно для увлажнения. Дальше мы работаем с точками. На самом деле ни один сеанс, ни ботокс, ни введение гиалуроновой кислоты, они не могут сравниться с теми результатами, которые мы имеем после этой процедуры. Во-первых, я ничего не ввожу, работаю только руками, соответственно, никакого вреда, никакого насилия над кожей не происходит, и внутри кожи никаких осложнений не может быть, и результат мы увидим практически сразу по окончанию курса. По окончанию сеанса мягкими движениями, да, и идет работа с биологически активными точками, которые отвечают за нервы, располагающиеся вдоль мышц лица, и структура кожи, структура подкожных мышц, она приводится в определенный тонус. Это то, что отличает эту методику от методики других. Очень важен в данном случае порядок воздействия на точки. Дело все в том, что этот порядок, он у каждого человека абсолютно индивидуален. И вот, как говорится, фишка, секрет этой методики заключается именно в порядке воздействия на точки, которые я воспринимаю исключительно благодаря энергии лица, энергии пациента, передающейся мне. Я ее считываю. Поэтому воздействие даже на точки одной половины и другой половины лица, она будет не одинаковая. Вот это особенность этой методики. Мы с вами уже на глазах будем видеть
изменений. Это очень приятное ощущение. Олеся потом поделится с вами, как она себя чувствует во время процедуры. Вот. И результат вы увидите. Обратите внимание на то, что происходит в момент работы. Пока где-то ближе к концу сеанса мы с вами вернемся, и я немножко прокомментирую то, что происходит. Вы увидите, Оксана, Олеся на себя посмотрит и выскажет все, что она по этому поводу думает, и что же у нее изменилось. Вот. И мы вернемся, как говорится, к нашему сеансу. И вы увидите, еще раз напоминаю, 15 минут я работаю с одной половиной лица. Через 15 минут мы плавно перейдем на другую половину лица. Это тоже отличает работу в этой методике от работы, скажем, косметологов, которые на самом деле работают либо со всем лицом, либо не осуществляют движение вот в такой плоскости, как бы снизу вверх. Почему именно так? И как это связано, связано ли с тем, что у человека две половины тела, которые раздельно, как считается, управляются разными полушариями, скажем, левое полушарие управляет правой стороной тела, и наоборот? Во-первых, это связано, конечно, с этим. Вот. Во-вторых, это связано с тем, что мышцы и нервы проходят симметрично. Поэтому воздействие на одну половину, оно опосредованно воздействует и на другую. И наоборот. Поэтому нет смысла нагружать обе половины одинаково. Это будет перегрузка. Вот. И с другой стороны, как правильно прозвучало в вопросе, управление полушариями разное. Поэтому не стоит смешивать, стоит разделить. И это дает эффект гораздо больше. Аркадий, и быстро. Сразу возникший вопрос, а способствует ли подобная процедура улучшению взаимодействия между полушариями? Ну, конечно, потому что увеличивается кровоток, и увеличивается крово- и лимфоток не только в мышцах лица, но и во всей структуре головы. Естественно, другое дело, что этот результат является, как бы, в данном случае цель немножко вторичная, хотя она обязательно присутствует. Это ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, потому что воздействие очень мощное. Точки, которые, казалось бы, не касаются к лицу, но тем не менее эти точки стимулируют работу лицевых нервов, лицевого нерва, тройничного нерва, то есть нервы, которые поддерживают тонус мимической и жевательной мускулатуры лица, что, собственно, и определяет все проблемы и косметического порядка у женщин, и проблемы, связанные с какими-то воспалительными процессами, в том числе и с тиками, которые встречаются очень часто, и с какими-то ситуациями, связанными с повышенной нервностью, так можно сказать, нервной реакцией женщины. Хотя на самом деле эту процедуру можно делать и у мужчин точно с таким же успехом. Вот у меня довольно много пациентов мужчин, которые не только с точки зрения эстетики, с
стремятся привести лицо в порядок, ну и с точки зрения лечебных моментов, связанных с нервным возбуждением, с тиками, с какими-то, с какой-то повышенной нервозностью и даже с депрессией. И вот в ответ на вопрос, вторая рука лежит на второй половине, это как раз и подчеркивает связь между полушариями, то, что спрашивалось по взаимодействию, вот это контроль как бы этой связи, он осуществляется на энергетическом уровне. Активатором вы когда будете пользоваться, через сколько минут? В конце, в самом конце. То есть это во второй части, да? Да. В общем, активатор будет воздействовать на точки, совсем не на лице. Это будут точки на руках, это будут точки на ногах. Ну а эти точки отвечают за лицевой тройничный нерв, поэтому, как странно это не прозвучит для людей, не знающих систему расположения биологически активных точек, на самом деле можно работать абсолютно не касаясь лица, но это все-таки мы хотим увидеть результат здесь и не сейчас. Касаясь лица, имеется в виду, касаясь других точек. Конечно, конечно. Конечно, вы это увидите чуть позже, поэтому это все будет зафиксировано, и вы это все продемонстрируете вам. Запись и включим ее снова, когда да, вторая будем. Половина начнется. Да, хорошо.